Масштабное благоустройство в районе Восхода продолжается. Проект, можно сказать, уже обрел очертания. Более того, как и обещали, здесь высадили саженцы кустарников и деревьев. Но посадку проводили уже в заморозке. Не поздновато ли? Специалисты заверяют, что погодные условия еще позволяют заниматься озеленением. При посадке растений с комом, то есть что там и происходит, да, растения сажаются с комом, допускается для максимального использования осеннего периода до минус 15 градусов. Вот, то есть вообще по нормативам, если растения идут с комом, то допускается наличие мерзлых вот этих комьев до 10%. Напомним, помимо живой изгороди здесь должны появиться травяной и рулонный газоны, а также ракарий, декоративная садовая композиция с элементами из камней и карликовых растений, плюс порядка 70 деревьев разных пород. Арина Макарова, Константин Белов, «Наше время».